хорошо держит горизонт и очень равномерно разгоняется. Потому что у меня байлайнер или медленно шел, или быстро. Если ты начинаешь что-то делать, он так вот свечку становится и как бы все. Ну, это ужасно. Вот. Здесь прямо все очень хорошо. Ты можешь в горизонте идти прямо отзывчиво со всеми теми оборотами. Добавляешь там по 50 оборотов. Вот если есть такая функция. Я вот активировал ее и добавляешь по 50 оборотов. Ну ладно, давайте я сначала расскажу. Вот у нас мы сделали первый щелчок. Вот на такой скорости лодка будет идти около 5 узлов. Это, да, вру, не около 5 узлов, около 3-3,5. Сейчас просто мы по течению идем, нам течение добавляет. Полтора. Да, то есть мы, грубо говоря, вот на такой скорости, это 5-6 километров в час, на полных баках можем пройти 2500 километров. А сколько баки тут? 1,5 тонны. Полторы. Я хотел 2 тонны, но надо было тогда центральную каюту делать, кормовую каюту с маленькой кроватью. Ну и я подумал, что в Европе вообще проблем с топливом нет, а у нас, в принципе, по всем нашим маршрутам, вот я иду на север Онеги, и я решил все вопросы с топливом, то есть... Везде можно. Ну, таким ходом вы решили, да? Не-не-не-не-не-не. Да, север Онеги я буду идти в глиссирующем режиме. Это 333 мили. 333 мили ровно. Если не заходить в Петрозаводск. Если заходить в Петрозаводск, то плюс еще где-то 50 или 40 миль. Так, а нам туда, кстати. Ну, сейчас будем чуть подальше, будем разворачиваться. Здесь мель слева, я не хочу рисковать. Вот. Осадка сколько, Кирилл? 1,1. Вот, значит, вот на такой скорости мы можем пройти 2500 мили. Примерно на полных баках. Следующий режим скоростной, это примерно мы будем идти 8 узлов. И расход у нас будет... Сейчас я найду эту... Господи, где она? Так, навигационный ID надо включить. Вот. Значит, это расход на километр. Ну, на самом деле, не на километр, а на милю. Я довожу его до 0,9. На одном двигателе или на двух? Нет, это все, это информация только о двух двигателях, о работе двух двигателей. Вот если хочешь идти в водоизмещающем режиме, вот эта скорость, значит, мы расходуем около 12-13 литров в час, я вижу. И при всем при этом, значит, мы идем с очень неплохой скоростью, 8 узлов. 8 узлов, это уже где-то 12-13 километров, да, Андрей, поправляй меня. А умножаем на 1,852. То есть это приблизительно 12 километров. Это уже скорость, на которой в крейсерском режиме за световой день можно далеко уйти. Но при этом нам полных баков хватит, считайте, на 1700 миль. А, я соврал. В том режиме это будет 2500 миль. Мы все в милях. Рассуждаем. При 5-6 километрах. Да, при 5-6, да, это вот в милях. Это почти 4000 километров. Вот то, что мы высчитывали. При такой скорости я пройду 1700 миль. Значит, 3000, да? Да. А вот если мы уже выходим на глиссирующий режим, то здесь, ну, самое, я уже вот рассказывал, 23 мили крейсерская скорость, это комфортная работа, двигатели работают где-то 2700, расход будет 85 литров, я это проверял. На Неве мы сейчас этого не увидим, потому что будем идти против течения, поэтому у нас 85 будет... литров в час, да? Ну, умножаем, да, 23 мили это почти 50 километров в час. Подожди, 45. Да. 40, около 40. Максимальная скорость 39 узлов у этой лодки. Но мы бахнем с такой скоростью, положим, как говорят капитаны, положим шишки, ударим по шишкам. Туда. Хорошее очень выражение, ударить по шишкам. Но правда, две такие шишки, мы по ним ударяем и чешем очень быстро. Смотри, куда ударять, можно и от себя, можно и к себе. Вот, вот сейчас мы вышли против течения, встали.
И сразу скорость упала, видишь, mm-hmm. на 6,5. А вообще должно быть 8. Полтора узла нам задала. Да. Как она дает по течению, так и забирает, да, вроде? Да, да. Так, можно, наверное, прикрыть уже дверь. Ну, поехали. И я еще опускаю... Садись сюда, Давай, садись. Да, Миша, можешь бегать. Трансовые плиты опускаю, когда... Вот смотрите, вот мы сейчас набираем скорость. Насколько все, да? Нету вот этого вот эффекта свечки. Ну, свечки нет, потому что, во-первых, масса, да? Но, тем не менее, наклон чувствуется. Чего? Чувствуется наклон. Ну, чувствуется. Мы вот потом, значит, пригружаем нос. Оп, она сразу встала. И вот держим примерно 2700 оборотов. Вот на этой скорости мы сейчас идем 22 мили, то есть вот мы где-то 1,5 мили потеряли. Угу. 1,5 мили потеряли. Видишь, вот еще, то есть она будет в районе 22 колебаться. На Балтике, если ты ходишь по нашим северным направлениям, Белое море, неважно. Ты должен иметь лодку, которая может быстро убежать. Угу. У нас может внезапно, ну, Ладогу до 4 метров внезапно не раскачает. Это нужно, чтобы ветерочек там несколько дней дул одного направления, да? Вот. Но мне так спокойнее, потому что я планирую с семьей путешествовать, и вот эти вот переходы там, ну, ну что такое водозамещающее судно? Ну ты пошел из точки А в точку Б, тебе нужно идти ночью. Ночью надо идти, чтобы днем ты мог насладиться там чем-то там, высадиться на берег. Вот. Зачем? Ну, что, экономить деньги? Когда ты покупаешь яхту за миллион, ну что ты будешь экономить там 500 тысяч, 600 тысяч рублей? Тут, наверное, экономия не в плане того, что там... Я для себя принял такое решение. Водоизмещающее судно, да, у него масса плюсов, оно там обитаемое, то есть, как правило, да. И кто-то любит водоизмещающие суда. Но, возможно, когда-нибудь я куплю себе там какой-нибудь траулер. Да, траулерного типа корабль и пойду на нем в Северный Ледовитый океан. Коса так смотреть. Ну не знаю. Но пока у меня такого желания нет. Здесь Балтика. Наше направление Финляндия, Норвегия, Швеция. Прекрасно. Утречком прыгнул в лодку. Если все нормально, вечером ты уже на концерте в Хельсинки смотришь Рамштайн. А Эллинги вот эти яхты, которые... Ну, которые тихоходные, да? Ну, они вроде как тихоходные, но при этом же... Ну, сколько? Да? У него там, по-моему, 18 км в час максимальная скорость. Узлов. 18 узлов. 18 узлов, да? 18 узлов, да-да-да. Я, честно, я не специалист. То есть, которые ходят в полуглиссе. Да-да-да, вот они могут и так, и так. Вот тоже, при этом тоже волну вроде как режут, да, вот это все. То есть, тоже плюсы, да, вот. Ну, вот, не знаю, не мои. А они видели, вот, они же стояли, да? Стояли. Мы тогда тоже ходили, смотрели. Они от какого размера начинаются? Они тоже Е3, Е4, Е6. От 12 метров вроде там Е3. Ну, а 15 Е4. Давайте так, вот я считаю, что если вот ты хочешь взять большую лодку, ну, наверное, можно ее рассмотреть. Просто мы... Но она 12-14. Все по деньгам, да, то есть вот если 46 футов, зачем брать 46 водоизмещенного полуглиссера, когда я вот возьму 46 футов такую лодку, и меня она вполне устроит. Она может и в полуглиссере ходить, и в водоизмещающем режиме, и очень быстро. Ну, это да, это плюс, конечно. Вот. Если там когда-то дальше какая-то экспедиция берешь судно, которое более 20 метров, то, наверное, может быть, да, можно рассмотреть и такого класса судно. А Тарга 46 самая, да, большая? Да, это самая большая.
флагман. Ты покупаешь лодку, как я вот для себя сделал вывод, там до 37 размера, ну ладно, там до 44, не знаю, какой у них. У них, по-моему, после... Или это у Тарги уже не делают 44-ю, да, они не делают? Делают. То есть до 37 размера покупаешь, что нравится. Хочешь North Star, ради бога, все одинаковые лодки с абсолютно идентичными техническими характеристиками. То, что я вот для себя сделал вывод. Но большая лодка у них сделана некрасиво. Просто некрасиво. Пятер дворцовый мост сверху. А North Silver? Я честно, я рассматривал сначала North Star. North Star, да? Ну, с North Star. Я прямо там активно занимался изучением вопроса. Я знал просто, что они тарги, но мне она казалась какая-то несовременная, что-то там вот эти вот деревяшки кругом вот как-то вот. А потом, когда я на выставке спустился на борт Тарги, я понял, что я просто не туда смотрел все это. И Тарга — это лодка, по которой ты ходишь. Вот я стою, держусь вот за эту ручку и испытываю ощущения, приближенные к оргастическим. Андрей, вы же потом повырезаете там всякую... Вот это самое вообще интересное было. Вот, то есть вот мы с Андреем, когда Андрей пришел на лодку, мы ходили вокруг рубки, и Андрей прямо четко сказал: смотри, как приятно вообще держаться за этот, берешься за него, это такое теплое вообще человеческое дерево. Очень хорошая лодка, именно по своему дизайну прям очень хорошая. А, North Silver, Кирилл, рассматривали? Это то, что господин Кожанов делает? Да. Этот Silver стоит точно так же, как эта лодка. Это, ну что, ну алюминий. Здорово, Толька. Плюс, да, алюминий? Ну, я не знаю, плюс алюминий или нет. Я не знаю, какие минусы у пластика. Вот какие минусы у пластика? Один, Сашка, старый. Теплый материал. Мега прочный. Ремонтопригодный. Ну, есть такое страшное слово «космос», которое все очень боятся. Как космос? Так. Ну, а вообще еще считается, есть такое мнение, что пластик впитывает в себя воду. И потом разбухает, да? Да, если он еще, не дай бог, зазимовал неправильно, то он может потрескаться. Это был один из первых вопросов, который я задал. И над которым, ну не то чтобы посмеялись, но вот как производится эта лодка, корпус этой лодки, мы говорим о корпусе, потому что все остальное везде, там на многих, у многих производителей пластиковых. То есть здесь вакуумная формовка. То есть здесь нету такого, что слоями раскатывают в разных направлениях стекловолокно и валиками прокатывают, значит, эпоксидную там двух- или трехкомпонентную смолу. Ну, прессформанную, да. Матрицу выкладывают специальными матами. Саша, что это за маты? Я просто, у меня выскочило из головы название. Вот материал. Сейчас более... И у меня есть фотография, я потом могу показать, как это происходит. И потом, значит, выложенную матрицу этими матами, правильно выложенную, ее обтягивают пленкой. Вот такие вот смелые ребята. То есть я вот уступаю ему. Вот, обтягивают пленкой, создают там разряженное давление, и снизу по трубкам, все это такой процесс очень интересный, снизу по трубкам начинает поступать из бочек под давлением уже разведенное стекловолокно, которое снизу вверх в течение какого-то времени медленно начинает подниматься, заполняя вот этот вот пористый материал. Подставили лодку, вот она абсолютно спокойно боковую волну выдержала. Это волна где-то 0,3-0,4. Я хочу порассуждать, что же такое тарга в
флагман скандинавской верфи. Я немного расскажу вам о своих ощущениях. Моя лодка является финским внедорожником, и мне здесь все очень знакомо, все очень понятно. Мне кажется, что большая тарга является увеличенной копией, ну, естественно, более современной и технологичной, нежели чем мой Тристан. И я не скажу, что интерьер тарги более современный, он по-прежнему такой же деревяшечный, и, видимо, скандинавы настолько консервативны, что не экспериментируют с другими фактурами. На мой взгляд, в этом плане европейские верфи более продвинулись вперед и дают своим владельцам ощущение более модных лодок. Ну, а это классика, и давайте отталкиваться от этого. Абсолютно такие же моторы, только у меня стоит один D6 Volvo Penta, здесь стоят два Volvo Penta D6. И точно так же, как на Тристане, меня покоряет экономичность этого судна. Как уже сказал Кирилл, 1,5 тонны баки, и на этом количестве топлива тарга может проходить в водоизмещающем режиме 3000 километров, в режиме глиссирования тарга пройдет 750 километров на полных баках. Мы идем и много разговариваем с нашими компаньонами о том, что же такое тарга и как ее можно сравнить, например, с сейлингом или любыми другими подобными судами, ну или не подобными, но европейскими, типа Princess. Четко и понятно стала сейчас целевая аудитория этой лодки. Я, глядя на Кирилла и глядя на эту лодку, понимаю, что владелец этого судна еще достаточно молодой, энергичный, куда-то спешащий человек, скорее всего, человек из бизнеса, который привык решать дела быстро, оперативно, обладающий хорошей формой и живым умом. И история про то, что ты сегодня в Санкт-Петербурге, и через 5 часов у тебя будет концерт Рамштайна в Финляндии, это вот прям про Кирилла и про лодку Тарга. Но вот совсем никак не про лодку Эллинг. Лодка Эллинг – это лодка для взрослых, уже таких степенных, никуда не торопящихся мужчин, в возрасте, на мой взгляд, 60+. Представляете себе такой образ, знаете, губернатора или главы большой корпорации, которому уже давно только приносят бумаги на подпись, и сам он уже, в принципе, ничего не решает. И, возможно, эллингом его будет управлять наемный капитан. Андрей, привет! И здравствуйте все подписчики моего друга. Значит, у нас обзорный репортаж. Мы снимаем интерьеры 46-й тарги. Значит, про каюты. Здесь носовая каюта. Да, пожалуйста, проходите, снимайте. Самую каюту мы посмотрели.
теперь кормовая каюта. Она вообще здесь считается мастер-каютой. Она попросторнее вроде как, да, покомфортнее. Но мы ее отвели под гостевую. Потому что все-таки санузел, получается, надо выходить из каюты. Если в носовой санузел находится прямо в каюте, и это все как-то так кулуарно, то здесь кормовой санузел, он вроде как общий для всех членов экипажа. И вот мы определили для себя, как каюта моей семьи, вот носовая, а это значит гостевая. Она находится в кормовой части. Здесь еще рядышком есть спальное место для капитана. Оно такое совсем маленькое. Залезайка. Вот, а это, значит, каюта кормовая. Пожалуйста. Ну, теперь самое интересное, в этой версии лодки есть еще третья каюта. И вот я так иногда шучу со своими друзьями, говорю, ребята, вот есть кормовая каюта, вот есть носовая каюта, вот, значит, найдите третью каюту. И не было еще ни одного моего товарища, который, ну, нашел бы вход в эту каюту сразу. Но я вас не буду мучить, поэтому покажу, где она. То есть вот здесь вот этот диванчик. Значит, вот таким вот простейшим образом поднимается. И мы получаем вход в центральную каюту. Вот такая вот каюта с полноценной двухспальной кроватью. Ну, она без санузла, но тем не менее... Она есть. Вот можно спуститься, значит, посмотреть. Мы ее... В ней у нас во время путешествия живут дети наши. Вот им она очень нравится. Рундуков здесь огромное количество, просто всех их, наверное, даже не показать, неудобно будет снять, потому что пространство, в общем-то, небольшое, лодка такая спартанская по обитаемости, вот. Но, тем не менее, все свободное пространство задействовано очень органично, везде есть какие-то шкерки, рундучки, поэтому все можно очень хорошо спрятать. Если идет версия обычная, то этого рундука нет. А рундуки очень полезная штука на лодке, да, вот как бы здесь мы храним какой-то запас воды, там, напитков, ну, которые не требуют температурного режима специально. Очень удобный рундучок. Точно такой же рундук по размеру есть в кормовой части, но он как бы стандартно в любой версии лодки есть. Но именно вот третья каюта, ее наличие позволило свободное пространство использовать под хранение. Очень удобно. Дорогие друзья, на этом я заканчиваю свое кино. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии. А Кириллу я передаю большой привет. До встречи в следующем году на Аландских островах. Всем пока.